Началась реставрация фасада дома Русова. Прямо в здании оборудовали цех по восстановлению декора. Также из памятника архитектуры уже вывезли 900 тонн мусора. Ведутся работы по монтажу металлических конструкций для заливки усилительных элементов фундамента. Параллельно демонтированы некоторые элементы декора на фасаде, и реставраторы приступили к их восстановлению. В дальнейшем планируется ускорить процесс. Проведено соответствующее совещание, консультации со специалистами, дабы ускорить процесс уже начала работ по монтажу перекрытий, восстановлению проемов, заполнению проемов и так далее.